Я надеюсь. Вот. Соревнования это вообще, это очень важно. Идиомоторная тренировка. Идиомоторная, что значит? Идио это мысль, моторное движение. Движение мысли. Сели, правильно, по-таклонистски. Спина обнимаем. Глаза закрыли. Руки расслаблены, плечи расслаблены, лицо расслаблено. Тасантуль чумби. Сей. Чак. Раз, два, три. Раз, два, три. Про себя считаем. Если где-то сбился, начни с того места, которое помнишь. Плечи расслабить. Не пытаться ничего делать. Движение только в мысли, не в мышцах. Есть места, где затыкаешься, да, где есть моменты, когда ты начинаешь терять внимание. Вот именно эти моменты, когда ты теряешь внимание, это есть вот тот момент, когда ты начинаешь сбиваться. Если у тебя как бы мыслей не очень много, подсознание такое крепкое, сознание там, знаешь, бедное, ну, человек, который там, вот, например, он мало читает, много двигается, как бы голова сильно не затуманена, ну, стандартный спортсмен. Такой качественный, который профессионально этим занимается, ему легче, понимаете, его ничего не сбивает. А человек, который еще активно занимается там, учебой какой-то там, много общается, хорошо социализирован, у него много вот этих помех. Их надо убрать, их не получится. Ты не можешь стать специально глупее. Ну, бейся головой об стену, как, может, получится, да? Ну, не очень хорошо. Надо научиться это убирать, этот шум гасить и сосредотачиваться на важном. Это на всю жизнь, на все вещи, которые вы будете делать. Там, устраиваться на работу, выполнять сложнейшие проекты, выступать в соревнованиях, драться на улице, там, ну, условно, да, там, с официантами, например, да, с кем-то еще, с кем вы обычно беретесь. Да, с друзьями. Ну, отлично, да. Вот. Понимаете, да? Важно правильно настроиться. Какой бы ты ни был крутой, если ты плохо настроишься, то ничего не получится. Поэтому видеомоторную тренировку, ее надо учиться делать, ее надо делать постоянно. Один из лучших способов вообще к этому подходить, это тренировка дыхания. Это самое простое. Значит, сосредотачиваться на дыхании. Вопрос, насколько времени хватит. Вряд ли кого-то больше, чем на минуту хватит, на самом деле. Это очень сложно. Хотя задача какая? Просто контролировать вдох выдох. Попробуем. Глаза закроем, чтобы ничего не отвлекало. Старайтесь как можно дольше контролировать вдох выдох. Все. Контролировать дыхание. Значит. Последний путь, который знаем. Чумби. Плечи расслаблены. Лицо расслаблено. Кисти расслаблены. Не сжимать кисти, не сжимать. Расслабить. Свободно пальцы. Расслабиться. Последний путь, который знаешь. Сей. Чек.
возвращаем мысли на путь. Момент, с которого забыли. Если забыли. Неформально. Делать по-настоящему. Но только внутри. Плечи расслаблены.